everybody get mad, bro. This is white people shit, bro. So next up, guys, next up, we got Eva from the Underground World, tortured the family for years in the house. This is a Tim Morozov flick. Hopefully this one doesn't get blocked from YouTube. If it is, sorry, guys, only the community over on Twitch saw it before everybody. So let's go to reactions and let's press play captions on. Part one. This is part one. We won't do part two and three. We'll continue the following. My name is Tim Morozov. А бей лонгер, Тим. Сейчас надо мной. А тут аж опыт идет. Уйди, откуда ты пришел? Твой, что это? The guy had a shotgun, bro. Why even Mindsy TV? At one point they realized they need a gun. Yeah. Because they don't know if they're more afraid of the real shit. Then the ghost shit. Yeah. So he's like, yo, I gotta bring a gun. So that's what probably brought it. MMM the Beast! Всем привет, друзья. Меня зовут Тим Морозов. Сегодня я нахожусь в доме, в котором, по рассказам хозяев, жило что-то паранормальное, злое и страшное. Когда они тут жили, им часто снились кошмары. Но самое интересное то, что иногда им снился одновременно один и тот же сон. Этот сон был очень странным. Они стояли всей семьей в кругу и держались за руки. А посередине был козел. Обычный, рогатый, черный козел. Они пели песню, больше похожую на призыв чего-то или кого-то. Этот сон все время заканчивался. Very hard to watch when the dog is just jumping. Here, Charlie, come. Watch the video with us, bro. Come, my buddy. Одинаково. Козел начинал превращаться в монстра и дико ревел. От страха они все просыпались. Просыпались все одновременно. Звучит, конечно, это все фантастически. Но на этом история не кончилась. Мужчина каждую ночь начал ставить на запись магнитофон. И однажды ему удалось записать, что происходит этой ночью, когда им всем снится один и тот же сон. После того, как мужчина прослушал эту запись, он был сильно шокирован. Он испугался и сжег кассету. На записи он услышал, что в момент этого сна вся семья пела эту песню. Oh shit, bro! Oh shit! Wasn't that the... Yeah, they were the Mancy. They were investigating the same case. Let's go, put it. Сонные пели эту песню, но помимо этого было мычание козла, а также подсторонние голоса, страшные голоса, не принадлежащие их на семье. Помимо этого, хозяева рассказывали еще многое о движении предметов, о том, что когда в доме оставался один человек, он никогда не чувствовал себя в одиночестве. Все время было чувство, что в доме находится кто-то еще. Еще был один странный и одновременно страшный момент. Сестры любили перестукиваться. У них была такая игра. Они разговаривали стуками между собой. Честно, даже думать об этом страшно, но в тот день сестры, как обычно, перестукивались. Одна стучала в стену, вторая ей отвечала. Но оказалось, что второй сестры не было дома. И меньшая сестра, получается, общалась стуками с чем-то или с кем-то подсторонним. Конечно, здесь есть одно большое «но». Мне не предоставили никаких доказательств этому. Ни кассеты, ничего более. Но так как дом находится сравнительно недалеко от меня... But what's wrong, bro? Where's your bone? Did you finish the bone? Because Tim Morozov is getting a very intense fucking story, bro. Yeah, but this is getting intense, bro. Fucking intense, bro. Something with the cassette burning, bro. There's no evidence, bro. Я решил сюда приехать и провести здесь ночь. Если окажется,
что здесь действительно что-то есть. Качали! То все эти истории, все, что происходило с этой семьей, меня вызывает дикий ужас. Ох! Motherfucker, man! It's Tim Murasov! It's Tim Murasov! It's Tim Murasov! Hey! Hey, Tim Murasov! About to go! Haunted house, Tim Murasov! Oh, yo, my dog's going crazy. Oh, shit, man. Bro, don't tell me what to do, bro. Bro, get my dog wants to get in. My dog wants to get in, bro. I already heard what he said, bro. We know this story already, though. Yeah. Or maybe not, but interesting. That's a cow guy. Yeah, it is. Huh? That's the cow guy. Yeah. That's the guy who blocks us. Так, друзья, все устройства подключены, оборудование установлено. Сейчас у меня записывается звук дома, чтобы уже на монтаже попробовать вытянуть отсюда феномен электронного голоса. EGF. Wow, you guys can't understand, because the fucking dialogue is getting cut by us, bro. I know, makes the video smaller. Yeah, I'm gonna do that, bro. Call Charlie. Okay, Charlie. Da 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 da. Make it a little smaller so like that y'all can read. Like that, okay? C'est bon? Let's go. Друзья, я не знаю, как это объяснить, но, возможно, это все из-за рассказов соседей, может быть, самовнушение, но в этом доме реально чувствуется чье-то присутствие, как будто бы я тут не один. Не знаю, как это объяснить, но какое-то чувство такое есть прям. Я от этого чувства мурашки по коже просто. Но, тем не менее, в доме все спокойно. For now. Постоянные шумы. Видите здесь? Постоянно раздаются разные шумы. Возможно, что-то из этого и есть феномен ЭГФ. Возможно, слова какие-то. Сейчас я замолчу полностью. Bro, this guy has a huge setup, bro. And he's alone, bro. Must be crazy when the shit happens, he has to bounce. Друзья, сейчас раздался звук ветровика, прибора, измеряющего силу ветра. Он у меня настроен при движении раздавать звук. В этом доме все окна целые, но звук измерителя ветра
Был, будто бы. А, what's that? Was this an invitation on Nukes? Is this an invitation on Nukes, bro? I don't know, I remember some clips. I remember that first clip, but I think that was from Mind CTV. Bro, it's the same looking shot, bro. Yeah, the bed? Yeah. Дунул сильный ветер. Это может означать только одно. Что мимо моего измерителя что-то прошло. Nah, bro, that was added, bro. Seriously. Was that it? Если ты тут... It's fucked up, bro. Down. Дай мне знак. Down. Down. Если ты тут, дай мне знак. Если ты тут, дай мне знак. Это не может быть знаком. Сейчас просто было повторение того же самого. Я не рассчитываю это как знак. Просто повторился звук. Кто-то снова прошел. Ты тут? И тишина. Пускай фотографии пока с полароида проявятся. Что показывает тепловизор? На тепловизоре я отрицательных участков не вижу. Thank you.
надо мной. Там есть кто-нибудь? Сверху на чердаке есть кто? Тут есть кто-нибудь? Твою мать. Друзья, еще один явный знак присутствие паранормальной активности. Она явно подает знаки. Активность есть, но она у вас очень слабая. Я постараюсь усилить ее с помощью магнитного импульсного излучателя. Установлю где-нибудь в коридоре. Так, проверено Эми. Да, прибор работает. Излучение пошло. Something better be happening, bro. Yeah, I know, bro. It's cool that he's using all these devices, but I'm more into shit being captured. Удар был. Был удар. С этой стены сейчас. Там есть кто-нибудь? Оно мне ответило. Ты можешь поговорить со мной? Что-то один стук да, два стука нет. Yo, this is fucked up, bro. Ты готов ответить на мои вопросы? Oh, you saw the orbs? I'm seeing orbs, all kinds of. That's a bug. Возможно, ты не понял. Один стук да, два стука нет. Ты можешь ответить на мои вопросы?
Ты можешь ответить на мои вопросы? This is Draggy. It's draggy, yeah. Very, very draggy. Не понимаю. How much time left on this, bro? Почему? 10 minutes. Одно. Отвечает двумя стуками. Отрицательный ответ дает. Это не может быть стуки какие-то дома. Yeah, yo, that's funny somebody saying that, man. I keep looking up there too, bro. Yeah, guys, you have any other links, man? If you guys want us to continue this? Because the way this guy blocks us, so I won't be putting this in the on YouTube. Yeah, this guy blocks us. You guys have any other links, or we go straight into? It's because the thing is. Nah, it's too draggy, man. It's draggy, okay, but Tutu. Bro, make your editing more like engaging, more dynamic. I'm not getting scared. Yeah, I'm not feeling even it. With a duk duk. Bro, at one point my eyes are like gonna shut off, guys. You guys want us to continue? Okay, we'll continue. Fair enough. Continue. Let's go. Continue, man. Yeah, yes, Jordan. I said it to Paolo. To John. Такого не бывает. Это именно стуки. Паранормальные, и в этом я уверен. No, we just lost 20 people. Okay, just left. Друзья, сейчас я 20 people left? Yeah, bro, it's slow, bro. Радио нет в ту комнату. Может быть. Так. Он сможет выйти со мной на контакт. It's not about it. It's not the question of No, I know his stuff are real. It's the editing. It's just... The editing is just... It doesn't make you interested. It's very long shots. Yeah. Did you just stick my sock, bro? Yeah, bro. Let's go. Переключу к этому микрофону наушники. Ты можешь? Yeah, exactly. There's a lot of fat. There's a lot of fat in there that you could just really remove. Like him walking. Yeah. Take out some fat, man. It's a 20-minute video. Cut out 10 minutes out. Make it entertaining, you know? Что-нибудь по радионяне. Ответить на вопросы. Ты можешь ответить с помощью радионяни на вопросы? Ты можешь ответить на вопросы с помощью радионяни? Какие-то помехи были. Сейчас. Я думаю, нужно проверить, что за помехи это были. Damn. I was about to say that Justin poured. He's drinking water. Doesn't need to be in there. I was about to say it, but then something happened. Yeah, the noise happened. Yeah, the noise happened. Exactly. I was like, Вы слышите? Шепот. Откуда?
сбежали с этого шкафа. Фонарик даже не моргнул. Я и солдат. He has really good footage though. I would really would love to edit it, something like this. Contact him, bro. And somebody wrote, I think it was Ruben that wrote it. Yeah, to edit his videos? Yeah, no, narrate. You should narrate them. Oh, that's cool. You know? But he has really solid things. He has dope footage. But it took until 20 minutes to get where we at. Bro, that's part one. Yeah. Там есть кто-нибудь? Let's go, guys. That's a dope cam, though. What a flashlight. Оттуда шепот идет. На зло батарейки закончились. Guy's fully equipped, man. Твою мать, что это? Boy, it sounds like a beast. It sounds like a dog is in there, bro. Yeah, like an evil Like you need a good arm for that, huh? Light. Yeah, to make the light. What's that? It's old school, no battery. I got it to pull. Оно сильно в темноте. Не боится света. Afraid of the light. How you know that, bro? Maybe that's why he's hiding in the closet. I wouldn't want to be in that situation. Nah, bro. Ты можешь вырубить. Свечи. Even the candles. He had candles like that. Yeah, the whole place is pitch black, guys. Yo, the whole place is pitch black, bro. Six shots, bro. Huh? Six shots, though. Yeah, I get your
get your stuff and get the... Oh my god! Oh! Bro, that guy's tripping, bro. The guy is tripping, bro. Друзья, это просто сейчас. Не передать словами. Как мне страшно. Такого раньше никогда не было. Уйди, откуда ты пришел? Уйди, откуда ты пришел? Уйди, откуда ты пришел? Уйди, откуда ты пришел? Так, друзья, я и просидел до рассвета, пока не выглянуло солнце. Потом поспешно собрался и уехал домой. Пока я не буду делать выводов, так собираюсь снова посетить этот дом. Но сейчас все. Всем пока. Oh my god, guys. Well, you felt the intensity of the room, that's yeah, for sure. Yeah, you felt it. You felt the intensity of the room. But nah, it wasn't, I don't know, for me it wasn't caca. Like, I get the sound, I get all those things, but I just really didn't feel the pressure that the guy was feeling at one point, you know? Like, oh, shit. But overall, man, I would be in this position, I would be scared shit, that's for sure. Yeah, bro, the candles, bro? The candles going light like that, that's crazy, man. The lighting like that, man, that's fucked up, man. It's just, bro, it was too long, bro. Bullets with salt, Sticks slot said. This is just an intro for what's next. I'm interested, though. I'm interested what's gonna happen next, though. I'm not gonna lie. I like how at the end it's like shit's about to go down. Yeah, I hope shit's about to go down. I mean, looking at the thumbnails itself, it's just like shit's about to go down. So, guys, again, if y'all are interested, we can definitely do this for an episode for next week and stuff cool. like that. We could definitely bring that in. Again. We're here. We do criticize a bit on the overall edit, but it was interesting at some points. It just some things could have been. It got interesting at the end. Yeah, the 18 minute mark start getting when interesting. The lights shut down. Yeah. And the dog, bro. We're gonna end the video here for YouTube. We just want to say thank you everybody for making this experience a really solid one. Make sure you tune into our Twitch every Monday at 7:30 p.m. Eastern time. Bring in some links if you have any links. Make sure they are caca worthy. Make sure we have our diapers on, candies and popcorns. And the diarrhea, bro. Fresh. We love you guys. We'll see you on the next caca video.